Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Да, вы спрашиваете про свою подругу, вот, которая ведет себя несколько, скажем так, неоднозначно. Вот. А вы спрашиваете, вот, собственно говоря, про нее, да, пытаясь понять, чего, в общем-то, происходит. Вот. А вы говорите о том, что, ну вот, что сами понять вы не можете. Вот. А вы говорите о том, что вы неуверенный в себе человек. Вот. И распознать вам это довольно сложно. Вот. А, ну, собственно, ситуация здесь, на мой взгляд, она довольно-таки простая. Если вы не уверены в себе человек, вот, то как раз-таки, наверное, наверное, нужно и работать над тем, чтобы эту уверенность в себе повышать. Вот, и, в общем-то, чтобы доверять себе, доверять вот тому, что вы чувствуете, да, и тому, что вы хотите, вот, тому, что для вас актуально, и так далее. Вот. То есть, ну, мне лично, кажется, именно вот такой момент принципиально здесь. Вот. А вы говорите о том, что вот я в себе не уверен, да? И поэтому вы меня рассудите. Вот. Ну, вы так и будете, получается, обращаться каждый раз с какой-то ситуации, где нужно, ну, принимать решение, вот, где нужно как-то вот самостоятельно опираться на себя, вот, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, наша задача заключается в том, чтобы научить вас опираться на себя. Вот. Следующий момент. На мой взгляд, очень важный. Вы говорите, что любите свою подругу. И вы говорите о том, что вот если убрать эти все моменты, да, если вот убрать вот эти моменты, которые, ну, вам не нравятся, да, вот, то все хорошо с ней. Значит, ну, во-первых, что такое люблю, да, то есть как бы здесь вы не путали любовь к подруге и какую-то, ну, не знаю, потребность в ней. Нуждаемость в ней. Потому что любовь, это, вообще-то говоря, ну, такая история про свободное соотношение принятия и непринятия. То есть вы можете вот принимать, допустим, что-то в своей подруге, да, можете не принимать что-то в ней. И, в общем, в целом, вам
вам решать. Вот. Как-то вот, что вы будете с этим делать? Вот. Понимаете, да? Так вот, вы как бы сами себе не отбираете. Вот, собственно, на это я бы и хотел обратить ваше внимание. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Да. Позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.